Всем привет, с вами Прия. Контента, конечно, в 8.2 достаточно много, прокачка репутации, убийство каких-то рарников и все такое прочее, но надо вскрывать сундуки, надо лутать вещицы, всякие интересные, полезные, быть может, какие-то прокнутые. Проверяем удачу вновь, смотрим, что нам упадет. Сапоги полезные. Наверное, не знаю. Ладно, оставим их до лучших времен, пускай пока что лежат. Все равно я на Монка не захожу, ничего на нем не делаю. Когда начну на нем что-то делать, тогда уже приберусь в сумках и пошмотрю что-нибудь придумаю. И сделаю что-то такое прям хорошее, хорошее, хорошее на нем. Слеплю, так сказать, конфетку из по факту почти ничего. ДК. Поехали. Ну, ДК, может, что-то упадет интересное. Ну-ка. С монаха лут, конечно, хорошо начался. Что это? Это бесполезные ноги. Ну, и ключик тоже такой же. Окей. Что, новый азеритовый талант? Вау, 48-й нек. Как я это делаю? Не знаю, даже не знаю. Как так вообще происходит? Ни у кого же нет 48-го нека, ну, действительно. Когда-то это было жестко. Но времена меняются. Это еще давняя фраза. Что я полутаю навара? Навара, я хочу что-то классное. Какую-нибудь одноручку или щиток. Вар все-таки у меня якобы мейн сейчас. Надо на него что-то полезное лутать. Запястье, кстати, лучше. Да, лучше, чем у меня, потому что вару крит ни к чему. Проту. Ну, пускай я правильно чекал. Насколько мне правильно говорили. То есть хаст, хаст, хаст. Ну, все прекрасно. Хорошие относительно вещицы, то есть на Монка возможно улучшение, на Войду улучшение, на ДК. Что там? А, там на утилю вещица упала. Ну и неплохо, достаточно. В принципе, лут хороший, я доволен. Ждем следующей недели. Начиная со следующей недели можно будет уже гонять мифик плюсы в плане фарма, такого более-менее, там, item level cap начнут поднимать, и можно будет залутать что-то уже реально стоящее. Ну, а в текущий момент делаем экспедиции. Что еще делаем? Давайте вспоминать. Качаем репутации фракции всякие эти наши. А по полетам в текущий момент, если смотреть по репутации, то ее достаточно мало, с сопротивлением 8200, а с клинками 9. Знаю уже людей, которые даже летают. Поэтому и говорю то, что в текущий момент репутации у меня мало. Наслаждаемся стримами на Твиче. Это само собой. То есть, как бы, надо информацией насыщаться и положительными эмоциями. Ссылочки абсолютно все в описании. Счастья, всех благ вам. Здоровья, берегите ноги. До скорого.